В Ялуторовске открыли мемориальную доску в память о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Алексеевиче Воробьеве. В этом доме фронтовик прожил 20 лет. Здесь же встречал свой столетний юбилей в декабре прошлого года. Его не стало в апреле. На церемонию прибыли родственники, представители власти, Совета ветеранов и движения «Бессмертный полк». Век прожил. Он оставался одним из четырех участников парада 7 ноября 1941 года в России. Сейчас он ушел из жизни, осталось трое всего. Всего больше нет. По данным движения «Бессмертный полк» в Тюмени сейчас живут столетний участник победного парада 1945 года Михаил Никишин и 105-летний медик Александра Симоненко, занесенная в Книгу рекордов России как старейшая фронтовичка.